Заходим. Мама. А, я здесь. Мама, возьми бутылку. Макс, посмотри на жалобу. Сегодня вашему другу исполнилось 8 лет. Макс, не правильно? Андропов, давай. Я желаю, чтобы ты был сильный, никогда не болел, и у тебя в школе были одни пятерки, а двойки никогда в жизни не были. Правильно. Ну что, мы такое необычное пожелаете. Давай, ты пристехин, давай. Желаю тебе много счастья, хороших оценок и больше счастья жизни. Счастья жизни. А метод давай, проверь инициативу. Максим, я тебе желаю, чтобы ты был очень хорошим, у тебя было много хороших оценок, и ты очень хорошо тренировался. Отлично, давай. Я тебе желаю, чтобы у тебя были родители хорошие, что ты получил пятерки, не получал двойки, слушался маму и папу. Отлично. Максим, я желаю тебе того, чтобы ты сдал школу и институт на красный диплом, чтобы ты прошел Ярополк хоть до 14+, и дальше. А дальше кто из тебя директор? Ну, да, примерно. Будешь директором Ярополка? Через сколько лет? Ладно, поехали дальше. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю силы, здоровья, чтобы когда ты поехал на соревнования, получал только одни первые места и всегда занимался в Ярополке только на 5. Отлично, давайте, ребята. Максим, я тебе желаю здоровья и счастья, чтобы у тебя не было никогда двоек и троек, и ты учился на пятерке и хорошо занимался в Ярополке. Давай дальше. Я желаю, чтобы ты полетел в космос, если хочешь, и учился только на пятерке. Отличное желание, кстати, что на этой земле? Надо расширяться, Ярополк не учит тому, что надо идти всегда вперед. А земля будет для тебя в какой-то момент маленьким местом, надо чуть-чуть больше лететь. Планетах. Например, на какой планете? На Марсе. На Марсе Ярополк. Ярополк Марс. Отлично. Давай дальше, следующий. Тихо. Максим, я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты всегда верил в Бога. Следующий. Я желаю тебе, чтобы ты никогда не болел и учился на одни пятерки, и у тебя были очень хорошие мама и папа. Ага, замерзли. Я желаю, чтобы ты всегда был очень сильным, никогда не болел и был здоровым. Отлично, не искер. Я желаю тебе, чтобы ты был здоровым, сильным и получал аниме-чёрты в школе. Ну, отлично, давай. Максим, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, чтобы ты в Ярополке всегда на соревнованиях побеждал. Ну придумай что-нибудь новое, что вы постоянно? Оценки, соревнования. Вы что-нибудь другое хотите пожелать человеку? Нет. Сейчас, подожди, давай, поехали. Я тебе отзываю, Максим, а ты никогда не переезжал из своей родной страны. И ты не терял своих друзей. И я помню в школе, в шуме. Ты прям как Юрий Дудь. Молодец! Давай, поехал, Сабитов! Максим, я тебе желаю, что ты в школе получал одни пятерки, чтобы никогда не терял своих друзей в школе и в Ярополке. Отлично, поехал, давай. Давай. Максим, я тебе желаю, чтобы ты был всегда здоровый и у тебя была сила. Отлично, следующий. Максим, желаю тебе, чтобы ты был здоровый, слушался родителей. Хватит. Давай, поехали. Громче. Добра, счастья, чтобы у тебя в жизни было все прекрасно. И на закусочку. Учитесь, как надо поздравлять. Самый творческий у нас Евгим. Я надеюсь, ты уже придумал. Правильно, ты же подпитался энергией. А теперь выдавай, давай. Что ты хочешь пожелать Максу? Максим, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы ты стадионы все прошел. И получил первое место, получил везде, по всему Ярополку, по планету. Ты понял, что ты сказал? Ну хорошо, 3-4. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!
загадаешь, потом сдуй.